Газификация не повлияет на работу ТЭЦ Астаны. Полностью отказываться от угля не будут. Перейдут на голубое топливо лишь частично. Как заверил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев, благодаря этому удастся сэкономить 651 тысячу тонн угля в год. На сегодняшний день полностью отказываться от угля ТЭЦ не будут. Это делается из экономических причин, потому что ТЭЦ занимаются подогревом воды и выработкой электроэнергии. Если будет переводиться оборудование, которое использует уголь для производства электроэнергии, то стоимость электроэнергии значительно вырастет. В Минэнерго считают, что жители Астаны значительно выиграют от строительства нового газопровода, по маршруту которого проживает около 3 миллионов казахстанцев. У жителей частных секторов будет выбор остаться на печном отоплении или полностью перейти на газ. По предварительным подсчетам, стоимость одного кубометра газа будет составлять 50 тенге.